Евгений Павлович, скажите, чем вы связаны с такой ужасной фирмой, как Штальхаус? Ну, фирму Штальхаус мы знаем, в общем-то, практически почти с первого дня ее создания. Они откликнулись на наши просьбы. Мы испытывали большие трудности в приобретении некоторых позиций по нашим основной продукции, в частности, по буку. Они охотно откликнулись и в счет нашего терзаказа, значит, выделили два вагона металла, которые мы тоже на бартерной основе, значит, отсылаем в Закарпатье, где ожидаем получить 4 вагона бука. Это только одна из названных операций. А в принципе вы как будете с ними связаны? Ну, мы связаны с ним через решение нашей мэрии. Значит, мы должны им поставлять в счет терзаказа нашу продукцию в ассортименте. Пианино, мебель, гитары и прочее. Вам выгодно это? Безусловно. Тем более, что осуществлять предоплату. Спасибо. Пожалуйста. Все. Ребенок, на телевидение отвезти. Вот пока он идет. Вы меня высадите, где было? Нет. А что? Или вы направо сидите? Это дорого, а завтра уже недоступно. Продукция магнитогорской фабрики пианино – это уют, комфорт и хорошее настроение.